Сказка, прочитанная на ночь. Судя по всему, сказка-то не самая спокойная. Хотя после нее, смотрите, Эвелина благополучно засыпает. Вы уже знаете, уважаемые телезрители, что это Сен-Санс. Но как это называется? Это «Пляска смерти». 40-й опус. Что Эвелина покраснеть его. Она в этой паре идеальная партнерша. Послушная, как это сказать, очень внимательно к партнеру реагирующая на все его команды. И она правильно его поддерживает, даже если у него вдруг что-то не получается или где-то он опасается допустить неточность. Эвелина тут же старается ее предугадать и исправить еще до того, как она произошла. Ну и энергетика, конечно, сумасшедшая. В зал вся эта энергия летит до самых дальних рядов зрительской аудитории. Был только сон, навеянный сказкой. Сны иногда имеют свойство сбываться, что вполне возможно произойдет с Эвелиной Покраснетьевой и Ильей Макаровым. Не исключено, что им снились пьедесталы большие.